Рисунок студентки Самарского государственного колледжа Ольги Беляевой в скором времени можно будет увидеть у многих студентов города. Именно она стала победителем конкурса на дизайн новой транспортной карты для студентов. И теперь изображение знаменитой ракеты призвано направлять молодых людей к новым свершениям. Это очень здорово, я рада. Может, даже из моего колледжа кто-то будет пользоваться. На конкурс, который запустили в октябре, прислали более 50 работ. Авторами стали школьники и студенты в возрасте от 7 до 23 лет. Конкурсная комиссия выбрала самых лучших. Это было сложно, потому что было очень много работ интересных, ярких. Вот, выбрали лучших. И вот, значит, сегодня мы уже изготовили дизайн транспортной карты школьной и студента. Конкурс провели городской департамент транспорта, областной профсоюз работников жизнеобеспечения и единый оператор «Объединенная транспортная карта». Это тот запрос, который к нам от пассажиров приходил, и наша, соответственно, его реализация. Поэтому, еще раз говорю, это крайне важно. Это говорит о том, что мы слышим наших пассажиров. И, естественно, мы будем стараться и впредь подобные мероприятия хорошие проводить. Это является примером хорошего социального партнерства. В каждой транспортном предприятии, которые здесь участвовали, существуют профсоюзные организации, которые были инициатором проведения вот такой вот идеи. Новые карты поступят в продажу в понедельник. Приобрести их можно будет у регионального оператора транспортной карты и в почтовых отделениях города. Всего выпущено 1000 карт. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.